В Дунае выявлен случай заражения ребенка микроспореей. Заболевшего изолировали от других детей и направили на лечение. О причинах появления инфекционного заболевания, а также о профилактике и методах лечения стригущего лишая расскажем в нашем следующем сюжете. Микроспория. Иное название – стригущий лишай. Это инфекционное заболевание, вызванное грибком, который поражает преимущественно кожу и волосистую часть головы. Микроспория – болезнь детского возраста, но может встречаться и у взрослых. Совсем недавно один случай заражения данным инфекционным заболеванием был выявлен у ребенка, проживающего в поселке Дунай. Признаки, скажу, этого заболевания – на коже, помыть ребенка, подстричь ногти и тут же обратить внимание, что есть какие-то пятна. Сама по себе микроспория гладкой кожи проявляется обычными круглыми пятнами розовыми. Розовые пятна четко очерчены, валик есть. На этом валике могут быть мелкие папулки, вот, а иногда просто шелушащие чешуйки. На волосистой части головы проявляется сначала незначительным зудом. Потом появляются точно такие розовые пятнышки. Рост волос может быть от 5 до 7 миллиметров. И на этом уровне все обламывается. И когда смотришь на эти пятнышки, такое впечатление, что подстригли ребенку этот участок кожи. В народе и называется стригущий лишай. Источником заражения может быть как больной человек и вещи, с которыми он соприкасался. Предметы личной гигиены, постельное белье, канцелярские изделия, игрушки. Так и домашние животные – собаки, кошки, хомяки, морские свинки, крысы. Человек заражается как при непосредственном контакте, так и через предметы, на которые попала шерсть или кожные чешуйки инфицированных животных. Как правило, микроспории дети заболевают от контакта с животными. И животные заболевают от контакта с детьми. Это такая форма заболевания, которая взаимосвязана именно животные и дети. Поэтому основная задача – предупредить развитие этого заболевания. По лечению. Вот этот гриб, на чем он растет, тем он и лечится. Растет на волосах, значит, мази, спреи, гели, шампуни. Все сейчас есть в аптечных сетях. Точно так же и кожа. Единственное, что именно дерматолог должен назначить лечение. Для микроспории, которая передается от больных животных, характерна сезонность, отмечают специалисты. Наиболее высокое количество вспышек заболевания приходится на конец лета, начало осени. Идет контроль за состоянием волос у детей, за состоянием кожи. Для этого проводится в организованных коллективах, в детских садах, школах, проводятся медицинские осмотры. К глубокому сожалению, у нас всего одна медсестра на образовательное учреждение. Бригады мы сформировать не можем, потому что у нас глубочайшая нехватка кадров. Но нам по санитарным нормам дано время, в течение 3 недель мы имеем право всех осмотреть, выявить и направить на лечение. И, конечно, как только начался учебный год, и появились первые ласточки. Микроспория гладкой кожи возникает на любых участках кожного покрова, но чаще на открытых частях тела – лице, шее, кистях и предплечьях. Очаги микроспории волосистой части головы располагаются главным образом на макушке, в теменной и височной областях, сообщила Светлана Вронская. Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, чтобы не заболеть микроспорией. Прежде всего, это соблюдение правил личной гигиены. Ребенка нужно научить правильно обращаться с незнакомыми животными. Просто к ним не подходить. Еще желательно мыть руки. А в семье, ну, должна быть соблюдаться гигиена. Это расчески индивидуальные, это шляпы индивидуальные, это полотенце индивидуальное, подушка, постельное белье, оно всегда у ребенка должно быть индивидуальным. Вот детская, вот взрослая, вот его конкретная подушка, вот его постельное место. Для чего? Да мы никто не можем предохранить себя от этого заболевания. Микроспория поддается полному излечению. Исход заболевания благоприятный. Лечение больных при поражении волосистой части головы и наличии множественных очагов на гладкой коже проводятся только в стационаре. Пока волосистую часть головы, всего единственный ребенок, его госпитализировали сразу, класс этот взят на дезинфекцию. Ну, в общем-то, это все излечимо.
Это все излечимо и профилактируемо. Если дети не будут хватать чужие шапки, не будут расчесываться расческами подружки, в общем-то, избежать 100% можно инфицирование. Ну а если заболели животные, они же члены семьи. К ним нужно обратиться точно так же, как с ребенком. Госпитализировать этого ребенка в ветеринарную клинику, собаку, кошку, простирать его место рабочее или сжечь, где там он спит, где он кушает, где он чешется, моется. Ну, в общем, с этим животным нужно однозначно тоже поработать. Сейчас обследование детей проводится во всех образовательных учреждениях округа. Проверяют школьников и дошколят на предмет выявления не только микроспории, но и вшей, и даже чесотки. Мы смотрим на форму 20. Это тоже очень печальная вещь в нашем регионе. Девочки носят длинные волосы. Очень хорошо, что у мальчиков сейчас современные прически, короткие. Вот, и действительно у них реже выявляют форму 20. А вот мамам нужно обратить внимание. У основания черепа обычно смотрим. Там тепло, там влажно, там им сыто. Именно в этой области и начинают распространяться вши. Смотрим также еще и на чесотку. Чесотка проще пареной репы. Пальчики развинул, и первое, что увидел, это две точечки. Рядом один вход, другой выход. И вот эти парные сыпи, они располагаются не только на ладонях, в области живота, ну а там, когда уже чесотку запустили, то это уже могут быть и плечи, и спина, и ягодицы, и бедра. Вот первоначально начинается с рук и переходит на живот. И в заключение отметим, инфекционные процессы затрагивают людей одинаково, независимо от пола и возраста. В связи с этим врачи рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью, чтобы избежать возможных заболеваний.